Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж, а мы продолжаем рассказывать, показывать. И сегодня мы сделаем обзор горизонтальных карбюраторов Weber. То есть и вообще, какие горизонтальные карбюраторы бывают и в чем их разница. То есть есть три основных фирмы, которые производят горизонтальные карбюраторы. Это Weber, Delorta и Solix. То есть горизонталки Solix, они ничего общего не имеют с обычными карбюраторами Solix. То есть что скажу по фирмам, то есть Solix горизонтальные именно я не рекомендую брать, они плохо настраиваются. То есть вы настроите, потом настройки сбиваются, короче, они плохо реагируют на настройки. И обычно в них состояние плохое. То есть, в общем, их я не рекомендую брать. То есть, я больше 10 лет занимаюсь горизонтальными карбюраторами. То есть, сам лично на них езжу, то есть, на разных двигателях их пробовал. То есть, отдаю предпочтение, то есть, фирмам Weber, то есть, и Delorta. То есть, они, в принципе, что та фирма нормальная. То есть, в принципе, те и те хорошие. То есть, но по поводу горизонтальных карбюраторов есть такой один маленький нюанс. Допустим, у нас на Украине не так легко их найти в хорошем живом состоянии. То есть, дело в том, что они переходят с рук в руки, то есть, и никто их не обслуживает, толком никто в них не разбирается. То есть, и так они кочуют с рук в руки. То есть, теперь по порядку. То есть сегодня у нас на обзоре Weber, то есть 40-е с 30-ми диффузорами. Что такое горизонтальные карбюраторы вообще? То есть это, грубо говоря, 4 отдельных карбюратора. То есть они два, они правильно называются, два сдвоенных карбюратора. То есть на каждый цилиндр, то есть отдельный карбюратор готовит смесь. То есть для каждого цилиндра есть регулировка качества смеси холостого хода, то есть есть регулировка, то есть сами получается основная дозирующая система, то есть жиклеры, эмульсионные трубки, то есть диффузор, все отдельно для каждого цилиндра, то есть для каждого цилиндра отдельно готовится смесь. То есть, ну, допустим, просто вот на два цилиндра идет одна поплавковая камера, то есть только у них общая, то есть поплавковая камера, а смесь они готовят отдельно. То есть, и грубо говоря, когда вы ставите вот этот комплект на 4 цилиндра, у вас на каждый цилиндр отдельно готовится смесь. То есть, сразу развею мифы по поводу расхода. То есть многие думают, вот там это типа 4 карбюратора, типа там расход 40 литров. Это не так. Если их правильно настроить, то есть, ну, вообще, если они в нормальном состоянии, правильно подобрана конфигурация там жиклеров, то есть, то расход у них, грубо говоря, иногда даже выходит в спокойном режиме даже меньше, чем при обычном карбюраторе. Связано это с чем? С тем, что, опять же, каждому цилиндру отдельно готовится смесь, то есть, и, соответственно, она готовится эффективно. Но тут есть второй момент, откуда пошли мифы про расход еще. Дело в том, что у вас с такими карбюраторами машина сразу начинает валить. То есть, и, соответственно, вам будет захотеться навалить, то есть, и, соответственно, вы будете давить на газ. От этого и будет расход. То есть, а если на них ездить спокойно, вот, допустим, вот у меня стоят, это Weber, а у меня стоят Delorta, то есть, причем, что они здесь 30-е диффузоры, у меня 37-е диффузоры, там жиклеры побольше. При этом, что у меня двигатель на валах, то есть 16-клапанный. То есть, если ездить спокойно, то есть я выхожу в расход там литров 7-8. То есть, понятно, если наваливать, то даже если на стандартном двигатель наваливать, у вас будет расход. В чем их фишка получается? Откуда от них появляется и эффективность потребления, и вроде быстрые секунды, и мощность. Потому что когда вы едете спокойно, вам достаточно легонько приоткрыть заслонки. Вот я сейчас вам покажу. То есть, вот вы нажимаете на газ, то есть
и вас, так сказать, вы когда едете спокойно, вам достаточно чуть-чуть приоткрыть заслонки, то есть и каждому цилиндру будет достаточно топлива, чтобы машина нормально ехала. Но при этом у вас, то есть, есть запас, грубо говоря, по педали газа, то есть вы можете нажать, то есть и у вас пропускная способность воздуха и горючей топливной смеси, то есть будет большая. То есть, грубо говоря, у вас есть конкретный запас под педалью газа. То есть, когда вам надо будет навалить, то есть вы сможете это сделать. Получается, еще в чем их большой плюс, то что во-первых, коллектор идет, грубо говоря, под них, грубо говоря, равнодлинный, и он идет короткий. То есть, чем короче впускной тракт, тем у вас, ну, грубо говоря, хорошо машина работает на высоких оборотах, у вас мощность более высокая снимается. При этом у вас коллектор идет равнодлинный, то есть нету там, как в обычном, при обычном карбюраторе, разных заворотов, разворотов, то есть и разнодлинности. То есть, если вам, я говорю, такое надо, то есть можете обращаться. Кстати, вот эти карбюраторы, вот эти Weber 40-е, они на данный момент в продаже, потому что у меня вот есть лишний комплект. То есть сейчас на данный момент идет новогодняя акция, то есть на них скидка 30%. То есть, кому интересно, берите. То есть машина, грубо говоря, с ними хорошо валит. У меня вот восьмерка едет с ними в стоковой комплектации, ну, грубо говоря, если не в корче, то есть едет 6 секунд до сотни. А 6 секунд до сотни — это иномарки до 4 литров отдыхают. То есть, кому интересно, обращайтесь, то есть вот можно купить. Также, у кого есть какие вопросы, то есть под видео в описании есть мой номер телефона, то есть ссылки на сайт Drive.ru, контакт, Instagram. Пишите, у кого есть вопросы, задавайте, отвечу. Всем спасибо, до свидания.